Всем привет! Сегодня у нас будет опять китайка. Будем пробовать пройти очередную волну и также зафармим новые очередные подземочки. Попытаемся, у нас уже есть ворожай. Попробуем затащить с ним. Так. Давайте немножко строение улучшим. Улучшить. Так, мне надо золото. Четыре потратил самоцвета. Ай-яй-яй. У нас уже 13 тысяч силы. Так, чикабум. Есть. Хорошо. Три яичка. И побежали. Так, ну что, состав мы пока менять не будем. Будет у нас вот такой вот состав. Как и был. Честно говоря, пока не заморачиваюсь. Пробуем волну F пройти. Что-то чуть-чуть не хватает. Опять гарпию слили с началом боя. Ну, да что ж такое-то. Самое главное, конечно, чтобы тыковка выжила, но гарпия тоже нужна. Так, волна F2. Следующая F3. Не заморачиваюсь я пока над расстановкой. Хочу именно так пока пройти, не знаю почему. Но очень хочется именно таким составчиком затащить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вдвоем они тут однозначно не затащат. Хотя, был бы огненный доспех. Так, хорошо. Давайте еще разок. Пока у нас расстановочка идет без забора. Не нужен нам забор. Ай-яй-яй-яй, тыковку слили один раз. Это плохо. Ей больше умирать нельзя. Так, F3. Ну, более-менее неплохо идем. Все зависит от того, откуда эти гады забегут. F4, ну, последняя волна F5. Ой, хорошо, они разбежались. Ай-яй-яй-яй-яй, тыковка, ну что ж ты так? Ну, ворожай, затащи. Да, ребята, есть, мы затащили волну F. Просто ворожай затащил в конце. Супер. Ну что, трешуем дальше. Пробуем волну Джай пройти. Ну тут, конечно, нам ничего не светит. Посмотрите, тут уже 125 уровни. У меня 80. Мы хотя бы первую затащим. J1. J1 затащили. А половину построек слили. Думаю, по J волну мы все-таки поставим. Поставим расстановочку уже. Сделаем. Но пока J3. Все равно нормально идем. J4. Ай-яй-яй, тыкву слили. Нет, тыква есть. Ну, у нас последний шанс. J5. Ну? Ну? Это просто жесть. Ворожей тащит. F прошли, J прошли. Ну, аж я не знаю. Аж это реально очень жестко будет. Ну, давайте попробуем. Две попытки у нас есть. Но две волны, как видите, вообще без проблем. При том, что мы героев не качали. У нас основную работу все делает ворожай и тыковка. Это просто жесть. Настолько
Ворожей офигенный герой, особенно если у вас там новенький аккаунт и у вас уже есть ворожей, это просто жесть. Видите, я его еще и прокачиваю не зря. В первую же очередь. Так, ну. Да ладно, давайте еще аж волну затащим. Ну, конечно, это уже нереально, думаю. Но хотелось бы, конечно. Не, они нас просто тут сольют. 157 против 80-х. Ну, все равно H4. Если мы сделаем расстановочку. Давайте еще разок. Плюс две волны. Неплохо, неплохо мы сегодня начали. Попробуем еще затащить. Турнир героев. Надо тыковку тоже подкачать до 200-го. Тогда будет еще интересней. Вот тут, как видите, ее H3. Ну все, походу. Но хотя у меня все герои живы. Но у нас тут, скорее всего, что здание. Нет, ребят, смотрите, H4. Ну блин, давайте. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Ну тут, конечно, жопа уже. Ну до H5 дошли даже. Да-да-да-да, это, конечно, интересно. Нету у нас тут нигде. У нас, конечно, тут не может быть в рейтингах. Так, ну что, с волнами, в принципе, мы решили. Давайте попробуем пройти турнир героев. Четвертый, так. Тут у нас рыцарь. Ну тут должны затащить, я думаю. Без проблем рыцарей должны тащить. Даже без забора. Плюс 12 самоцвета. Вот это подгон. Пятая волна. Фараон 110. Ну тут, конечно, если они сейчас все включатся, а мы не получим разгон, что сейчас и будет. Тыковка немножко опаздывает. Хотя... Не-не, нереально просто. Просто нереально. Еще разок. Кто у нас в этот раз? Суккуб. В принципе, можно попробовать затащить. Так, давай. Хорошо зашли. Тыква. Вот так. Давай. Тут 500 тысяч вылетает. Ну, давайте еще кого-то посмотрим, кого нам дадут. Так, опять фараон. Ну, думаю, тут опять бесполезно. Хотя, если мы сейчас разгонимся, нет. Нереально. Мы не успеваем просто их убивать. Мне бы сюда какого-то Рино, Бигфута. Было бы интересно. Так, есть. Ну, тоже плюс одну волну прошли. Так, что у нас тут по арене? 70 очей. Тоже красавчики. Тут сливаемся сейчас. Тут должны затащить. Затащили. Следующего тащим. Да. Сколько играю, но реально со всех героев пока ворожей больше всего впечатлил. Так, немножко мажорство включили. Так, это мы все сделали. Две волны затащили.
Ну, думаю, аж волну тоже скоро затащим. Так, немножко поучаствовать на архидемоне. Надо, конечно, не немножко, надо полностью участвовать для того, чтобы нормально получить. Но не хватает времени. Сейчас мы пойдем проходить. Ничего себе, вот это я угадал. Подгоны, подгоны от Китая. Ничего себе. Да ты что? Да еще и процентуальная. Ну давай. Ай, 29 всего дала. Жалко. Так, что тут у нас? Немножко орденов. Ну что, давайте откроем карту. Вдруг там череп у нас упадет. Вот-то будет радости. Купидон. Да. Ну, повторочка тоже неплохо. Так, ну что, побежали. А, у нас не оживляться герои. Так, что у нас тут? Тут еще ничего нету. Побежали за фармим, пока, как обычно, у нас зависает. Странно, странно, почему так, но в последнее время очень часто начал зависать. Давай, догружайся. Да, неплохой, неплохой сегодня у нас на китайке день. Две волны благодаря ворожаю затащили. Придется его качать до 200, а потом тыковку гнать. Ну, скилл пока я ему в первую очередь поднимаю. Так, это немножко мы промахнулись аккаунтом. На какой-то новый аккаунт зашли. Так, есть. Вот наш лысый ворожей. Надо будет ему и просветы подкачать, и тыковку подогнать. И все будет тип-топ. Будем все тащить. Тыковка в стане стоит. Да, надо сюда еще талантиков. Воодушевление какого-то, к примеру. Афинку тоже не отказался бы. Ну, пока и так нормально. Ждем интересную акцию для Минотавра и будем трешевать. Так, есть. Как хорошо бегать в таком КБ. Все рядом. Все, что хочешь, есть. Бери, качай только. Придется скоро его лишать девственности и вступать в какую-то гильдию для более быстрой прокачки. Но сначала мы получим Минотавра. А то на китайке без Минотавра не примут. Я помню, как у меня раньше копились ресурсы в королевской, это просто ужас был. Сейчас смотрю, все ресурсы вообще, даже те же самые кулаки, настолько быстрее фармятся, благодаря там ежедневкам и прочим локациям, где можно это все получить. Только надо фармить, фармить и фармить. Так, у нас этого ключа нет. Походу все. Карты мы использовать не будем. Let's
что у нас по постройкам? Забор, башня. Можно, в принципе, башенку поставить. Пусть стоит. Так, тут за молоточки. Молоточки пока будем копить. Не знаю зачем, но будем. Так, у нас еще 4 минуты есть. Но все про все. Почистим наш склад. Имбовый. По привычке продаю эти руны, но ничего не поделаешь. Так, у нас карта смены, а у нас некому даже менять чары. Так, какие там у нас сегодня будут подземочки? Обычные. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая обычная, да? Ну, все, значит, будем начинать шестую. Думаю, запишу вам отдельным видосом, как мы будем проходить, мучиться шестые. А на сегодня, в принципе, хватит, пора спать. Утром вставать, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, будьте активными. Всем поворожаю на нуба аккаунте. Все, всем пока.